У нас тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего, этого не понимают, что ли? Это люди, знаете, это люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война. Вот мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли вот через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Сейчас в условиях конфликта на Украине то же самое происходит. Они думают, что для них это все мультики какие-то.